Пешеходный мост Понте-Фабриччо соединяет набережную Лонготевери-де-Ченчи и остров Изола-Тиберина. Римляне звали мост Иудейским за близость к гетто, но более распространено другое название – Понте-дей-Куатро-Капи или мост четырех голов. Со стороны набережной на парапетах установлены два небольших четырехгранных столба, один из которых венчают те самые головы. Такие столбы называют гермами по имени бога Гермеса. В древности они отмечали границы владений и считались охранителями дорог. Первые гермы завершала одна единственная гермесова голова. Скорее всего, гермы на мосту Фабриччо изображают четырехликого Януса. Но есть и народная версия. Согласно ей, четыре архитектора, которые работали над этим мостом при папе Сиксте V, перессорились не на жизнь, а на смерть. Понтифик был сурового нрава и велел казнить их всех. Именно об этом и напоминают головы, навеки отвернувшиеся друг от друга. Понте-Фабриччо – один из самых древних мостов Рима. Он построен в 62 году до нашей эры куратором дорог Луцием Фабрицием и официально носит его итальянизированное имя. Вход с моста Понте-Фабриччо на остров Тиберина охраняет сурового вида башня. Это все, что осталось от замка рода Каэтани, который контролировал остров в средние века.